говорит, ну ничего, мама, я пока справляюсь. Это что было у тебя? Какие красивые украшения. Ну ладно, давайте пойдемте. Патроны потратили? Не, надо поворачивать. Можно одеть мальчиков, супер. Так, все это я померила. Ни на чем не остановилась. Ну, вот эти красные джинсы мне понравились, но пока не к спеху. И очень понравилось. Так, ну вот нельзя голодным заходить в столовую. Видите, что делается? Я уже сыта, а передо мной стоит пирожное. Ну, я, собственно, зашла кофе попить. И вот результат. Друзья, поздравляю вас с праздником. Желаю всего самого наилучшего. Мы, конечно же, тоже съели куличи, поддержали наших православных братьев. Но я забыла сфотографировать это дело. Друзья, дорогие, приветствую вас. Мы с вами в этнографическом музее города Улан-Удэ. Сейчас купим билет и пойдем. Плиточные могилы. Бронзовый век. Первое тысячелетие до нашей эры. Относятся к разряду крупных плиточных могил. Наиболее распространенные памятники эпохи и поздней бронзы Забайкалья и Монголии. Характеризуют погребальный обряд ранних кочевников скотоводов в периоды рассвета бронзовой. Сторожевые камни, большой и малый, поздний бронзовый железный век, 4 век до нашей эры, 4 век, 99 метров трассы Улан-Удэ, Хорицкий район, Бурятия, гранит сиенита, имеют антропоморфную форму, могли служить СРГ. Вот охранные камни антропоморфные, то есть в виде человека. Так, а позади него, смотрите, какой курган. Это курганного типа,
если не ошибаюсь, могила. Сейчас прочитаем. Кирексур. Вот так выглядят кирексуры. Бронзовый век, конец второго, начало первого тысячелетия до нашей эры. Могильник Улзет, Яхтинский район. Бурятия, гранит и круглый кирексур относится к разряду крупных Д-оград. Диаметр оградки 18 метров. Внутренние насыпи кургана 10 метров. Кирексур относится к 4 жертвы. Друзья дорогие, это то, что я вам давно хотела показать. Это гуннское жилище. Обратите внимание, здесь очаг в углу. И дымоход окружает. Дым, выходя из очага, проходит по периметру жилища, обогревая его. А вот так выглядит жилище с кровлей. Так, сама землянка выстроена из бревен, кровля, крытая берестой, ну и мхом, наверное, дерном, чем-то таким. Так, пытаюсь показать вам внутренность. Не очень хорошо получается. Жаль, что... Вот, обязательно приходите в музей. На рубеже 3-2 веков до нашей эры земли Центральной Азии от Байкала до Хуанхэ, от Манчжурии до Саян-Алтая были завоеваны племенами Хунну на востоке Евразийского. Видео снимаешь. Так. Муха, муха, папа покупать давай. Вверху муха. Ой, упала, поднимай, помоги подняться. Помоги подняться. Вот такие они. Куколки. Почему кар-кар? Кар-кар. Девятое мая. Вечер. Танк. Успех победы.